komandu Nasafa sa čampionstvom. Oni хорошо сыграли вот эту сезон и заслуженно выиграли чемпионство. Я им желаю удачи, чтобы показали хороший уровень узбекского футбола в следующей Лиге чемпиона по вопросу сегодняшней игры. У нас была тяжела подготовка, очень сложно было тренировать ребяту прошлую неделю после игры домой, которую мы проиграли против Сурхона. И ребята сегодня показали характер, мы хорошие сыграли, у нас было три хорошие момента до гола, потом забили, не пропустили против хорошей команды, и мы сейчас можем гордиться, что единственная команда в Суперлиге вот этом году, которая выиграла два раза на САФ. Только мы выиграли на САФ вот этом чемпионату и два раза заслуженно выиграли.